Енисейцам, живущим в микрорайоне Аэропорт, вернули автобусный маршрут. Теперь городской транспорт снова заезжает в отдаленный микрорайон, где проживает около 700 человек. До Енисейского аэропорта всегда ходили два автобуса. В декабре прошлого года один из них убрали с маршрута, а в начале лета перестал ходить и второй. О транспортных неудобствах активисты микрорайона рассказали исполняющему обязанности губернатора Виктору Толоконскому. Это произошло во время его рабочего визита в Енисейск. На этой встрече я задал вопрос о восстановлении этого маршрута. Виктор Александрович поручил главе города разобраться с этим вопросом и в срочном порядке ввести этот маршрут. Сразу после приезда губернатора Красноярского края было предпринято все действия со стороны администрации города Енисейска в части дополнительного выделения денежных средств именно по этому маршруту. То есть на сегодняшний день с 1 июля возобновлено движение в микрорайон Аэропорт. То есть путем захода маршрута «Озерная геофизика» с сентября этого текущего года будет возобновлено движение Аэропорт-Полюс.